Прикормочный кораблик Carp Chip Minimal. Ну, это оригинальный, я так понимаю, производитель, потому что аккуратно сделанный. Стоял пульт микробот. Прямо на речке подсоединил приемник с нашим автопилотом. Так, все, пока. Так, включаем корабль. Ставим на воду. Так, записываем домашнюю точку. Так, на первой точке сделаем точку 1. Запишем. А, здесь где-то, чтобы далеко не плавать. Записываем точку 1. И возвращаем кораблик на домашнюю точку. Так, кораблик тронулся. Набрал ход. Все, прибыл на домашнюю точку. Отправим его на рабочую. Кораблик трогается на медленном ходу. Вышел на курс. Так, до рабочей точки 22 метра. Сбросил ход, прибыл, выгрузил бункер. Еще повторный разок. Разворачивается. Выходит на курс и идет на домашнюю точку. Все, прибыл.